Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимул больше снимать для вас видео. Что ждет с этим партнером вас или партнершей, так сказать, вкратце гадание. Вы должны выбрать, естественно, карту, та, которая вас привлекла в данный момент. И мы посмотрим по трактовке, так сказать, расшифрую вам, что ждет дальше вас с этим партнером или партнершей. Приступим. Первая карта. Что мы здесь в данный момент видим? Здесь мы видим мадам, с которой влезет в ваши отношения. Это может быть хоть подруга ваша, это может быть хоть друг, или наоборот его друзья или подруги, которые попытаются создать конфликт или перетянуть его к себе, чтобы он меньше уделял или она уделяла вам внимание, и чтобы уделяли внимание, так сказать, больше всего ваш партнер или партнерша, или наоборот вас также попытаются друзья перетянуть и увлечь, или подруги, что вы отвлеклись от отношений полностью, да? Также это может быть отдых или период отдыха в отношениях, то есть или партнер, или партнерша, то есть вам скажут, что типа давай отдохнем от отношений, да, все достало и так далее. Вот, то есть или конфликт, или напряженность, или чего-то не хватает. Следующая из карт привлекла. Здесь в данный момент мы видим какой-то отъезд вашей партнерши или партнера, так сказать, на определенное время, да, то, что может вызвать какие-то конфликты или проблемы, или вы роман какой-то заведете, или партнер или партнерша заведет там роман, то есть это не исключено. Почему? Потому что дорога усеяна любовью, это признак, что как раз какие-то отношения будут там намечаться, причем они не запланированные будут, да, и больше похоже как на обычные потрохушки, по-русски сказать, то есть тупо удовлетворение своих потребностей, да. Они не рассчитаны на именно любовь, понимание, дружбу, а именно просто тупой секс, так сказать, да. Следующую карту выбрали. Здесь в данный момент мы видим огромный сильный скандал, конфликт, именно связан с деньгами, то, что не хватает денег именно, возможно, вам обоим, вот. И он вылезет, или пропадут какие-то деньги, будете разыскивать и выяснять, куда они делись, или, как говорится, сами потратили или забыли, куда дели, да. Из-за этого начнется конфликт, из-за этого такой временный разрыв и расставание, но потом какая-то такая после драки страсть будет, так сказать. Следующее, что мы видим. Здесь мы видим приезд каких-то родственников, то есть родственники вмешаются в ваши отношения, что-то новое, возможно, создадут или помешают вашим, так сказать, сексуальным отношениям. Потому что родственники тут как раз займут те места, которым вы обитаете. То есть принимать их, не принимать, это вам решать. Но после этого что-то пропадет. Возможно, что-то родственники украдут. Следующее, что мы видим. Мы видим, поездки у вас отменяются. То есть, возможно, вы планировали куда-то ехать далеко, да, где-то отдыхать, как говорится, отвлечься от проблем, от жизненных. И то, что у вас или денег никаких-то не получится, и придется тратить их на более важные дела, возможно, чтобы выжить или что-то еще, да? Вот. Также это может значить увольнение с работы кого-то или вас, или вашего партнера, или это, и это отразится на ваших отношениях. Следующая карта, если выбрали. Здесь мы видим деньги хорошие с работы, с долгой поездки очень хорошо деньги придут. Но вам нужно вовремя, так сказать, с партнера или партнерши эти деньги взять, иначе человек потратит их впустую или, как говорится, просто потратит на то, что лучше бы не тратить. Потому что потом они вам понадобятся, а деньги будут, так сказать, просто в мусорку улетят, так сказать, да, быстро. Следующую, если карту выбрали. Здесь мы видим очень интересно. То есть человек как бы считает, что нужно легко новые отношения завести, и вы об этом узнаете. То, что человек, партнер или партнерша заведет какие-то отношения на стороне или ведет романы. Это также может значить, что о тех отношениях, которых вы не знали, даже если они закончились у партнера или партнерши, вы скоро о них узнаете. И как будто это выдаст каким-то образом, или накопаете, или увидите, кто-то выдаст эти отношения. Вот. Но они настоящие, они не фальшивые, это не сплетни. Следующую из карту выбрали. Здесь мы видим погружение в стресс обоих вас, что вас все уже достало, уже дошло до конфликтов. Человек не пытается общаться, вы тоже не пытаетесь общаться, раскрывать что-то от человека, да? Нужно просто начать уже общаться, по-русски сказать. Это также признак, возможно, какие-то
штрафы или, как говорится, какие-то с полицией связаны, да, документы или судами, которые как раз вылезут и влезут в вашу семью, и вам придется поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой проблемой. Это также может значить потеря помещения или, так сказать, выселение с какого-то места, да, то есть где вы живете или снимаете и так далее. Также это потеря машины может значить, вот, или починка машины. Ну что ж, вот такое вкратце гадание. Всем удачи, успех. С вами был Александр Чу. Ставьте лайк, комментируйте, пусть удачи.